26 апреля – день памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах. В этом году исполняется 34 года с момента Чернобыльской катастрофы, крупнейшей за всю историю ядерной энергетики в мире. 2 октября 1986 года в ходе работ по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции потерпел крушение вертолет Ми-8 Владимира Воробьева. Вертолет, выполнявший обработку крыши станции, задел лопастями трос крана и рухнул на землю. В катастрофе погибли 4 члена экипажа. С вами в Техно 2, и в этот день мы традиционно спустя 34 года вспоминаем события тех лет и попытаемся ответить на главный вопрос о том, как это было на самом деле. Экипаж вертолета Ми-8МТ с бортовым номером 30. Командир вертолета был капитан Владимир Константинович Воробьев. Ему было всего лишь 30 лет. Но несмотря на свой возраст, он уже не раз вырывался из лап смерти, прошел тернистый путь в Афганистане. Чернобыль остановил его жизненный путь навсегда. О погибших летчиках знали куда меньше, чем о пожарных. Поначалу эту трагедию пытались умалчивать. Ни одного сообщения о крушении вертолета в Чернобыле в советской печати не появлялось. В тот день на площадке объекта «Укрытие» проходил митинг. Саркофаг еще не закончили, но уже возвели великую стену, прикрывшую основной развал. И решили это отпраздновать. А без торжественного собрания какой праздник? Длинная рука бетононасоса подняла красный флаг. Военные музыканты по команде, сняв респираторы, заиграли марш. Звучали речи, вручались грамоты. А под конец митинга в небе появились военные вертолеты. Они по очереди подлетали к саркофагу и поливали его дезактивирующим раствором. Такой эффектный кадр съемочная группа западно-сибирской студии кинохроники упустить не могла. Кинооператор Виктор Гребенюк вел панораму за вертолетом, и вдруг машина споткнулась и устремилась к земле. Через несколько секунд все взволокло черным дымом. Пленку позитива и фотографии мы отдали правительственной комиссии. Негатив предусмотрительно оставили себе, вспоминает режиссер Валерий Новиков. Ни одного сообщения о гибели вертолета в печати не появилось, хотя в ту пору чернобыльские материалы не сходили со страниц газет. Кто-то могущественный наложил табу на эту информацию. Когда мы попытались выяснить фамилии погибших летчиков, нам вежливо, но твердо было сказано: данный факт огласке не подлежит. Удалось только выяснить номер машины и то, что ее командир лишь недавно вернулся из Афгана. Тогда фильмы, да и все, что касалось Чернобыля, выходило в свет только с визой группы экспертов при Министерстве среднего машиностроения. Там сказали тоже вежливо, но твердо, что о возможности использования кадра не может быть и речи. Заместитель председателя Совета министров СССР Геннадий Георгиевич Ведерников в период строительства саркофага, председатель правительственной комиссии, посмотрел фильм и одобрил все увиденное, кроме кадра с падающим вертолетом. «Жареного захотелось?» Грохнул кулаком член правительства, еще минуту назад улыбавшийся человек. «А мы не позволим жареное в фильм тащить, и не думайте!» Кадр вырезали, но позже он все-таки вошел в фильм, цензура смилостивилась. Однажды киноленту показали школьникам в музее Чернобыля. Солнце шло на закат, когда экипаж Ми-8 пролетал под стрелой 160-метрового немецкого крана. Крановщик оставил стрелу развернутой немного влево. Внизу на площадке заканчивался митинг. Они загляделись вниз, а миг ослепило заходящее солнце? Или сказалась непомерная человеческая усталость? Вертолет зацепился за трос крана и упал. Свидетелем катастрофы по воле случая стал тезка командира экипажа, полковник Воробьев Владимир Александрович. Когда-то они вместе служили в Германии. Воробьев-старший учил Воробьева-младшего летать. И вот в Чернобыле они встретились. Полковник руководил полетами группы вертолетчиков. В тот момент он на боевом вертолете Ми-24 висел в какой-то сотне метров от чернобыльской трубы, рядом с машиной своего крестника. Младший Воробьев погиб на глазах старшего. В акте о гибели вертолета Ми-8МТ и экипажа указана причина – сход направляющего винта вертолета. Сериал «Чернобыль» от HBO, вышедший в 2019 году, наделал много шума. О нем отзывались как положительно, так и отрицательно.
Сериал фокусируется на самых тяжелых моментах трагедии. Ликвидация последствий техногенной катастрофы имеет самые разные стороны. Многие ликвидаторы вспоминают те годы как самые яркие в своей жизни. И в их семейных архивах есть фотокадры не только со строительства саркофага и с людьми в респираторах. Например, у некоторых сохранилась съемка с концерта Аллы Пугачевой. Осенью 86 года певица давала концерт в поселке ликвидаторов «Зеленый мыс». Когда в Москве открывался мемориал памяти жертвам Чернобыля, а экипажи Ми-8 даже не вспомнили. А вклад этих людей в ликвидацию последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции непомерно велик. Они спасали человечество, боролись с невидимым врагом, получали огромные дозы радиации. Ради других они жертвовали собой, в том числе и жизнью. Вечная память героям битвы с той катастрофой. А с вами был Техно 2. Всего вам доброго, берегите себя. Увидимся, как обычно, в следующем выпуске на канале.